Всем большие здоровеньки! Сегодня на рассмотрении игрушка Bonk's Adventure. Приключения большеголового паренька, мальчуганчика в каменном веке. Этап первый. Вообще, игрушка попалась мне, помню, странным образом. То есть, она была на планке, без кожуры, грубо говоря, без желтой кожуры. Картридж был. Опа, и, знаете, сразу полюбил я эту игру почему-то. У нее есть какой-то свой стиль своеобразный. Она такая, знаете, необычная она все же. Ну, Hudson Soft все-таки. Вообще, изначально эта игра была на TurboGrafx выпущена. Вот. А потом уже сделали порт на NES, на Game Boy и на прочие. Даже, по-моему, на PlayStation была, я помню. В 2008 или 2009 году появилась на PlayStation, по-моему, порт. Ну, там такая же она игрушка была, просто покрасивее немножечко. Графика, конечно, четче была. Но здесь, смотрите, тоже, да? Очень даже яркие в меру цвета такие, приятные для глаз. Анимация хорошая, качественная. Так, что мы умеем делать? Мы берем мясо и превращаемся, знаете, в такого обезбашенного такого мясоеда. Который учиняет просто беспредел здесь. Так, хорошо. Опанька. Давай, срубаем его. Так, восстанавливаем в жизни то ли морковки, то ли перец. Вот не знаю, что это такое конкретно, ну. Так, хорошо, давай. Прекрасно. Также мы можем зубами карабкаться по стенам. Что есть тоже интересно для такой игрушки, для 8-битки. Игрушка была портирована в 93-м году, по-моему. Именно на NES, на Nintendo. Вот, а так, как я уже говорил, была на TurboGrafx только. Изначально, конечно же. Тихо! Так, мы отправились с вами в пустыню. Египет, египетские пирамиды на заднем фоне у нас, да? На заднем плане, то есть. Так, ну что, мясца надо отведать, я думаю. Неплохо было бы, да? Агрессор какой, а? Так. Вот это вот я называл свеколки. Свеколки. Тихо. Вообще, да, графически, конечно, подкованная игра. Ну, Hudson Soft, от Hudson Soft у нас что было? Мы играли с вами от Hudson Soft в Феликса. Кот Феликс, конечно же. Легендарнейшую игрушку Кот Феликс. Так, там внизу бонус. Бонус этап нас ждет. Надо бы сходить туда. Взять. Но я помню, что толком я эти бонусы этапы так и не смог никогда пройти нормально. Надо прыгать сквозь каньоны. Ну, постараемся. Сейчас попробуем. Так, нет, вот я сколько себя помню, сколько раз выиграл в эту игрушку на дындюшке на своей любимой. Так никогда и не перепрыгал даже первого каньона. Не знаю. Был у меня товарищ один, друг. Хороший. Вот. Он до третьего, что ли, допрыгивал каким-то образом. Не знаю, это вот... Но он никогда не говорил своих секретов, не раскрывал почему-то. Странный, конечно, товарищ. Хотя, что ему это стоило, непонятно, да? Но музыка здесь разнообразная. Очень хорошая, кстати, как вы можете слышать сами. Мы перешли в другую локацию, и здесь, соответственно, музыка уже совсем другая. Но она ненавязчивая. Не такая, как в Коте Феликсе. В Коте Феликсе она более такая напрягающая была. Ну, хотя забавно, там множество было хороших саундтреков, но чаще всего они повторялись очень часто. Вот. А здесь она такая, знаете, размеренная. Поднимает настроение и вообще забавно. Вот прыгать он здесь... Да, помню вот эти комбо-прыжки его, конечно. Да, вот здесь надо, конечно, с перчиком бы туда. На бонус-этап... А, слушайте, вот я секрет, наверное, понял. Наверное, нужно с перчиком. Так, еще возьмем, да, давайте бонус. Попробуем. Так, ну, по-моему, вот я вспоминаю, что второй бонус... Здесь нужно вращаться как можно больше, падая. Да-да-да. Да-да-да, давай. Вращаемся как можно дольше, давай. Отлично. 10 флипов у нас получилось, да? Неплохо, ладно. Вообще, интерфейс здесь простецкий, как вы видите, да? Ничего здесь нету, кроме индикатора наших жизней, сердечек, 3 сердечка. В принципе, все. Опа, вот это засада. Вот про это я забыл совсем. Да, игрушка, конечно, на все времена. Я думаю, стоит ее пройти будет на стриме. Будет, наверное, интересно.
Ну, а это у нас, соответственно, кратенький такой обзорчик, да? Миров здесь много вообще. Hudson Soft всегда славились тем, что делают очень огромные игрушки. В плане того, что уровни очень длинные. Так. Куда мы понаправились? Это, по-моему, какой-то дракон, что ли? Да-да-да-да-да, точно. Кепка здесь есть. Вот кепку я прекрасно помню. Давай-давай. Нет, да. Так, нужно что-то сделать. Я уже не помню. Кепку по кепке надо бить. А, вот, все. Проходим в пасть во внутренности. Вообще, искрометный юмор здесь, конечно, хорошо придуман в этой игре. Разработчики постарались на славу, конечно. Забавно сделано, смотрите. Угу. Путешествуем, да? В желудке. Сгинь, улитоще! Улитоще. Ты кто? Я улитоще. О, мясо. Мяса отведать надо-ка. Чтобы стать агромастером. Вот агромастер наш. Бешеный, смотрите, у него шрам на голове. Такой вояка. Давай, успеваем. Какие-то козявки плавают. Чего-то только нет. А, у нашего динозавра в желудке чего-то только нет, да? А, хорошо. Давай, плыви. Отлично. Да, игрушка явно заслуживает внимания. Всегда скачивайте. Давай, камушки раздалбливаем. Вообще здесь, да, графически она очень продвинутая игра. Хоть и, конечно же, порт. Так, заходим в череп. Опускаемся вниз. Так, здесь вроде бы то ли босс, то ли что. Ну, очень вот, знаете, не помню. Да, здесь босс. Точно, упорот этот динозавр. Ой. Надо ему в голову бить. Да, с пуза. Да, надо раскроить ему череп. Чтобы не у череп ломило. Вот теперь он стал более добрый. Да, и теперь мы с ним можем поговорить. Хо-хом! Где я? Что происходит? О, ну что ж, пока. Диалог, конечно, здесь богатейший, ребят. Я предлагаю, конечно, ее пройти в стриме, да? Если вы хотите, чтобы прошел я ее в стриме, обязательно оставляйте комментарии. Будем с вами вместе ее проходить. Наслаждаться, веселиться. Ну что, всем спасибо за просмотр. Вот такой вот кратенький обзор, просмотр, смотр игрушечки Bonk's Adventures. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну что, до встречи. Всем пока.